«Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски». Приз. Приз. Зрительский приз. Кураганзень призе. Зрительский приз. Кураганзень призе. Фильм «Сестренка» завоевал гран-при и зрительский приз на кинофестивале в Москве. Ямак фильм «Москаври кинофестивальде» гран-при, тогда кураганзень приз не щензельне. Фильм «Сестренка» завоевал гран-при и зрительский приз на кинофестивале в Москве. Ямак фильм «Москаври кинофестивальде» гран-при, тогда кураганзень приз не щензельне. «Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски».